Во, другое дело. Ща будет двойной удар. Хоба! Воу, это было круто. Ну так. Вот видишь, а ты переживал. Да ничего я не переживал. Это ты переживал, а я не переживал. А ты переживал, а я нет, а ты да. Бу-бу-бу, вот тебя понесло. Тут главное вовремя прыгнуть, а это я умею. Ой, это не считается. Опа, ой. Аккуратнее, шарик. Еще один выстрел, и мы проиграем. Всем привет, друзья! Продолжаем приключения красного розового шарика по мрачной фабрике. В прошлой серии мы остановились на 36 уровне. Вот с него и начнем. Поехали! Привет, дружище! Здорово, игруля! Привитули, ребятули! Ставьте лайк, если рады меня снова видеть! Давненько мы не виделись! Ага, но ничего, сейчас наверстаем. Погнали уровень проходить! О, сразу звонеточки. И шарюга тут. Куды нападаешь? Вот тебе злодей. Неплохо для начала. То ли еще будет. Это я только разминаюсь. Вот тебе отличное место для разминки. Тебе нужно попасть наверх этой шипастой штуки. Тю ты, это ж легкотня. Просто прыгну, когда она внизу будет. Главное, на шипы не попади. Игруля, ну ты чего? Как тут можно на шипы попасть? Это же нереально! Вот, ничего не надо говорить. Хорошо, будем считать, что это ты просто не размялся. Не-не-не, это просто случайность. Ща точно пройду. Ну хорошо. Эй, спрыгивай! Фух, опасно было. Осторожнее с шипами. Эй, шарик, вот куда ты торопишься? Чуть не проиграл. Чуть не считается. Не боись, игруля. Больше на шипы не попаду. В этот раз мне тоже ничего не говорить. Не, ну, ты можешь какой-нибудь вопросик для зрителей задать, пока я шипы прохожу. О, а давай выберем какой-нибудь вопросик из финальной серии «Чучело». А давай. Итак, вопросик придумала Даша Гейминг. И звучит он так. Друзья, что вам больше нравится делать на пляже? Плавать или есть мороженое? Пишите в комментариях цифру 1, если плавать. Или пишите цифру 2, если есть мороженое. В следующей серии посмотрим, какой вариант победит. Игруля, пока ты вопрос задавал, я тут злого шара приманил, чтобы он лазер выключил. Приманил? Или он сам прикатился? Да, конечно, приманил. И сейчас наваляю ему. Получай, злодею. Шарик, ну он же на кнопке стоял. Ну ты чего? Ты бы сначала спрыгнул, а потом плюхнул злого шара. Ладно, не бубни. Ща так и сделаю. Во, другое дело. Ща будет двойной удар. Хоба. Воу, это было круто. Ну так. И это конец первого на сегодня уровня. На 3 звезды прошли. Крутяк, погнали дальше. Кстати, а клевая идея задать вопросик из комментариев, да? Ага, в следующих сериях еще будем так делать. Кстати, Ребзя, можете и здесь в комментариях писать вопросики. Будем их тоже брать в следующие видосики. А тем временем мы дошли до какого-то шипастого пресса. Ну, это я пройду. Пока пресс вверх и вниз едет, у меня будет пара секундочек. Ну чё, погнал. Хоба, вай, еще один. Фух, прошли. О, чекпоинт, пригодится. Да ничего он не пригодится. Вай, лазер. Ой. Не, игруля, ну ты видел, как лазер неожиданно выбежал из-за угла? Ага. Но теперь мы знаем, что он там, и будем к нему готовы. Не понял. Он чё? То в одну сторону движется, то в другую? Похоже на то. Вот сейчас нужная сторона. Я погнал. Так, не спеши, дружище. Я думаю, что вот это колесо нам пригодится.
Как пить дать пригодится, не зря же оно тут. Возьмем его с собой. Пусть пока постоит, а я на разведку. Сверху монетки, но отсюда нам не запрыгнуть. Пошли посмотрим, что впереди. Только аккуратно. Да это и ежу понятно. Под булаву не хочется попасть. О, кнопка! Она отключает лазер сверху. Но ее нужно держать. И для этого у нас есть колесо. Да-да, я тоже хотел это сказать. Правда, все равно непонятно, как наверх забраться. Давай сначала кнопку нажмем, а там разберемся. Окейюшки! Во, погнал назад! И здесь у нас появилась ступенька. Вот с нее-то мы и запрыгнем наверх. Собирай все монетки, дружище, и проходи дальше. Опа-на, игруля! Это же финиш! Класс! И снова на 3 звезды прошли. Продолжаем. Оба, Квадратыч! Получай черное брюхо! Аккуратнее, дружище, тут снова лазеры. Тут прям лазерное шоу, а не серия. Как же их пройти-то? Вай! Снова ты поторопился, Шарик. Да это какой-то неправильный лазер. Он тоже то в одну, то в другую сторону движется. Давай за ним понаблюдаем. Ага, смотри, он как маятник, раскачивается. Значит, вот сейчас самое время проходить. Тише, тише. Есть! Ага, не такой уж он и сложный. Текс, чё это за кнопка? Она выдвигает платформу. Судя по всему, тут нужно проходить быстро. Быстро это я могу. Смотри. Опа-на! Отлично. Получай, шарюга. Текс, вижу путь дальше. Вай, шипы, ой. Вот же ж, шипы появились уже после того, как я прыгнул. Ну, не совсем после. Да после, после. Мне лучше знать. Ну, хорошо, после так после. Но в этот раз я знаю, что они там, поэтому прыгну, как только они спрячутся. Это правильное решение. Действуй. Вот и все. Делов-то. Снова эти лазеры. Тут они прям во все 4 направления. Хорошо, что хоть в одну сторону крутятся. Это да. Давай пробовать проходить. Спрыгивай вниз, прям за лазером. Только за лазером, а не на него. Да понял я, понял. Не учи ученого. Да, вот так. Аккуратненько. Вперед, вперед, вперед! И это финиш. И снова на 3 звезды. Стабильность – признак мастерства. 39 уровень. Покатились. Шарюга, получай, негодяй. Снова лазер. Ой, да чё он мне сделает? Я же под платформами стою. Ща пройду это место кабанчиком. Ой! Да уж, что-то пошло не так. Чё-то лазеры в этой серии прям матёрые. Я только на них и проигрываю. Постою-ка я тут. А, вон оно что, этот лазер тоже в разные стороны крутится. Понял, значит, ща выжду нужный момент. А, пока я готовлюсь, скажи-ка мне, дорогой мой друг Игруля, чё там друзья написали в комментариях под прошлым видосиком? В прошлой серии мы спрашивали, любят ли ребята гулять, когда на улице темно. Мнения разделились, но всё-таки большинство написали, что любят. Ну что, ты понял, как лазер работает? Ага, надо проходить, пока она крутится от меня. Сейчас сделаю. О, неплохо. И еще немножко. Супер, прошли. Лазеры, в общем-то, не сложные. Они скорее неожиданные. Текс, я, пожалуй, подожду. Во, ага, не зря я ждал. Молодец! Запомнил, что из таких штук могут шипы появляться.
Агась, ща они спрячутся и буду проходить. Опа, ох, а там еще одна. Вот так вот. Ай да я, ай да красавчик. Ага, и скромняга. Да-да, красавчик и скромняга. Смотри-ка, а здесь у нас не лазерный луч, а лазерные выстрелы. Ну, выстрелы, это несерьезно. Пройду и глазом не моргну. И правда, ничего сложного. Да это просто я профи. А вот пила, это уже серьезно. Ну, не то чтобы серьезно, просто чуть посложнее, самую малость. Тут главное вовремя прыгнуть, а это я умею. Ой, это не считается. Опа, ой. Аккуратнее, шарик, еще один выстрел и мы проиграем. Так, игруля, вот не надо только каркать под руку. Вот и все. И здесь у нас финишная табличка. Ну чего? Давай еще один уровень и хорош на сегодня. Ну да, как обычно, проходим по 5 уровней за серию. Чую, этот уровень матерым будет. Скоро узнаем. Ну, пока вроде все просто. Смотри, злодей внизу. Тю, подумаешь там, напугал кота сосиской. Отлично, пошли посмотрим, что за кнопка. Ага, она спускает лифт. Запрыгивай на него. Получай, квадратыч. Слушай, какой-то простенький уровень. Да погоди ты, еще не вечер. Ну, в смысле, тут всегда вечер, но... В общем, ты понял. Да понял, понял. Широкая яма. Агась, но можно ведь разогнаться. Опа-цы! Эть, снова эти лазеры, да сколько можно-то? Ну, этот хотя бы в одну сторону крутится, наверное. Да не наверное, а стопудово, значит пройду, наверное. Ой, да ладно тебе, тут времени довольно много между лучами. Вот видишь, а ты переживал. Да ничего я не переживал. Это ты переживал, а я не переживал. А ты переживал, а я нет, а ты да. Бу-бу-бу, вот тебя понесло. Чекпоинт, неплохо. Если проиграем, то хоть начинать не сначала. Да ничего мы не проиграем. Игруля, хорош кипишевать. Такие прессы уже были. За первым стопудово будет второй. Опа! Во! Я же говорил! Легкотня! Снова чекпоинт. Много же их тут. Ага, какой-то длинный уровень. Колесо пусть постоит. Пойду гляну, нужно ли оно впереди. Кнопочка! Когда ты ее держишь, платформа едет. Вот тут-то и пригодится колесико. Ща катану его сюда. Катись, братишка, нажми там на кнопку, а я пока подожду. Эй, шарик, на платформе стой. Ну, вот как так-то? Да, вот так. Ой, подумай что, сейчас заново платформу пригоню. В этот раз стой на платформе. Да понял я, понял. Ну вот, другое дело. Надеюсь, что эти штуки висят прочно. Ща проверим. Оба! Игруля! Все чики-пуки! Висят прочно! Сейчас раскачки пройду это местечко! Текс! И еще разок! Вот и все! А вот и конец последнего на сегодня уровня, дружище! Финишируй! И снова 3 из 3! Крутота! И на этом, друзья, мы и закончим серию. Оставшиеся 5 уровней мрачной фабрики пройдем в следующей. Агась, до встречи в следующем видосике, друзья! Всем покеда! Пока-пока, шарик! Пока, друзья! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.